Привет, друг. Да! Враг? Он стреляет потом. Бля, сейчас зарежут, сука! Ну что же мне никто не поможет-то? Бля, пиздец. Ёка, блядь, стоит, пишет, нихуя мне не помог, блядь, меня чуть не зарезали, нахуй. Бля, уёбищная карта, пиздец, я не знаю, блядь. Ах ты, сука, на крыше ты. Блядь, я ещё дважды промазал, блядь. Вижу, бежит, сука. Меня резать, да? Спускаться, Толечка. Бля, сука, закинули. Слава богу, это Семёна. Готов. Еще. Граната пришла. В теплицу. Я спрыгиваю. Бля, что, взяли, что ли? Артиллерию, ёб твою мать. Еще один. Угу. Да. Всех прирезали, но взяли по позиции. А как так они прорашили? Эй, идут, враги! Я думаю, он будет слаб. Блять, я предупредил, но я не успел его убить, блять. Да я тоже, я его почти это самое. Еще идут, Олег, идут. По лестнице понял, сейчас понял. Поднимается. Подъем и... Бля, не попал, попал! Убегай. Ну, не убил, у граната! Уходи! Я тебя убил, нет? Нет, к счастью. Бля! Ты это видел, нет? Сука! Бля, морозный смотрелка. Справа, отлично. Сори, бля. Я чуть Олега не пострелил. Мне в темноте показалось, что это русские, блядь. Сори. Ты умрёшь, блядь. Сори, блядь. Бля, как так? Ты так хорошо там лежал, а я, блядь, пришел и как долбоёб, блядь. Авансад! Слева. Андрюха, сейчас там прямо теперь тебе будет, осторожнее. Так, фронтовик готов. Вот кто лежит, блядь? Вот это тоже свои лежат, блядь. Как будто русские, сука. А это морозный, сука. Тихо. Я уже ученый, блядь. Чтобы... На морозного не пострелить, а все остальное... Откуда? Ай-яй-яй! Морозный, помоги! Блядь! Меня убил первый. А что ты молчишь? Что ты сказал, что тебя убили, блядь? Я сказал, что... Я и не слышал, блядь, долбоёб, блядь. Сука, задымили. Сейчас будут через дым забегать. Друзья, блядь. ОМОН, блядь, вставай. А там враг уже пошел. Блядь! Нихуя себе, блядь! Все, он не убил. Пересец прицел. Нами. Блять, трижды выстрелил, не попал. Четыре стрельнул, не попал. Пять стрельнул, не попал. Блять, он бежит нахуй, все. Он на баррикаде стоит. Едет сюда. Еще один был где-то тут рядом, осторожно. Хорош, вот это тайминг. Тав, там лежит русский. Я вижу. Где? Блин. Красавчик. Я в него как раз пытался стрелять. Если типа далеко кидаешь, то... Или если близко кидаешь, я не знаю, короче, ладно. Буду так играть. Почему нельзя какие-то оружие использовать, интересно? Я провел только что... Бандовик в танке, да? Да. Граната! Ну? И где?
Граната, где взрыв? Где вот почему? Она, вот почему она. Выжил? Он не выжил. Кто? Где-нибудь. Что-то разложил, побежал. Охуенно просто. Пиздец, как охуенно. Танк стоит, дрочит, да, здесь надо. Ну, ему пизда как. Наверное, взорвет. Блять, нет! Блять, граната прямо перед ебалом! Уползай! Ой, выжил! Выжил! Юка меня сейчас не подорвал. Пойдем, потихонечку вот здесь, да, пойдем. Ой, снова. Чуть правее возьми, да, вот здесь, да, вот так. Чуть поднимайся. Что там, да, за мостом далеко. Блять, мне кажется, миномет бы тут очень хорошо отошел как раз. А, Лёша, да, на этом месте. Я себе. Лёша. Тут хитрая хуйня, да, видишь? Там можно. Блядь, что улетел? Ты упал? Нахуй, ты умер? Я себя отпружинил. Скажи, где вот он стреляет. Раскрошутка идет в гору. Не вижу в бараках никаких своих, если честно. Да, тут танк приехал слева, осторожно, танк слева приехал. Сейчас танк приехал, да прям, это вам, я-то лег в правильном месте. Хорошо, да, просто слева танк приехал. Чёрч, берем, чёрч. Ребята, чёрч. Это слишком большая карта для такого маленького количества людей. Норм. Так, я в чёрче. Чёрч присутствие. Амин. Воу. Сюда, Коль, раньше. Назад, Коль, сюда, назад. Ты слишком вперёд даёшь, назад. Я знаю. Уже ползу. Купи прямо за тобой бежит, осторожно, сейчас тебя будет убивать. Тебя убьёт. Тебя прицелился, сейчас будет тебя убивать. Нет, не стал тебя убивать. Пойдем. А он сам побежал. Ясно. Андрюш, а что ты в меня целился? Я чуть для тебя не выстрелил. У меня мускул сработал, но я, блядь, держался. Бегут по левой части, по левой стороне бегут. Бежим. От ангара, да, побежал. Пулеметчик. Погоди меня. Я отдыхаю. Племянчик устал там? Я устал. Сейчас мы строим трахипуде. Надо зачистить этот бункер. Вот здесь бункер, забегайте, вот здесь вниз, хоп, и бункер. Дави. Саша, быстрее, меня сейчас Олег тут убьет. Саша. Ну, это на совести Олега, я думаю, останется. Что значит на совести Олега? Он за противоположную команду играет. Саша! А, сейчас, подожди, я устал, я не могу, я ухожу, блядь. Не надо только Колю изображать, блядь, который отдыхает, блядь. Видишь, как у меня устал, у меня аж красное говно выступило какое-то по контуру, я не знаю, почему так. Оно мерцает. Саш, соберись, нам гору надо взять, Саша. Скорее всего, у меня врожденный порог сердца, по-другому это объяснить не могу. Мне кажется, я бы реально себе пробежал, блядь, расстояние, не устав. Блядь, вот реально тебя не хватает только одного человека, Саша, у нас перевес, прямо одного человека не хватает, блядь. Сейчас там Скотти Ротман к вам прибежит и возьмёте. Вот тут уже бег. Вот Олег уже Бакису пизды дал, смотри, сейчас он и за мной идет, я следующий. Саша, я следующий, Саша! Да, заберись! Подожди, я бегу, блядь, я соскользнул по склону вниз и сломал себе ноги. Ёб твою мать. Я ж тебе говорил, что я следующий, ёб твою мать! И я в него попал! Я в него попал! А он не умер, блядь, Саша! Олег следующий, смотри, Сима Хайко за тебя отомстил. А, вот вижу тебя. А, слева я от тебя, да. Пошли. Ты имеешь в виду, что я инвалид? Я понимаю, ну пойдем. Ну, инвалиды тоже нужны в бою, да, вот сюда. Хорошо. Ложись. Отдохни. По мне стреляли, товарищ капитан. Кажется, нам пиздец, товарищ генерал. Нет, это наш. Это наш? Это Матеуш. Я уже выдернул чеку, блядь. Это как Васаби, помните, нет? Вы смотрели фильм, нет? Помните, у него друг был такой немножко придурковатый у этого. Он говорит, ты что, ты уже совсем разобрался? Да, говорит, а я уже вытянул чеку. Вот точно ситуация была. Стой, Саша, секунду. Сейчас отдохнем с тобой. Восстановим эту красненькую полосочку, которая... О, вижу красных. Олег, прячься. Уже?
Блять, Олег спрятал. Это точно был Олег. Я его упустил, ну ладно, зря я его. Они просто стреляют. СМП 40, я не понимаю, кто именно. Блять, Саша, беги назад! Саша, беги назад, блядь! Ах он сволочь. Ай!